Меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru. И сейчас вам расскажу о стереоусилителе NAD-C356BEE. 350-я серия вообще у НАДА всегда была очень популярной, потому что это уже не начальный 320-й класс и не топовый 370-й, когда качество стоит очень хороших денег. Поэтому 350-ю серию всегда брали люди, которым очень важно было качество и которые не гнались за какими-то космическими вершинами. 356-й очередная интересная модель в этом, так сказать, продолжении. И давайте ее рассмотрим поподробнее. На передней панели мы видим не только привычный для нас регулятор громкости и регулятор высоких и низких частот, а также и баланса, но и достаточно немалое количество кнопок. Здесь используется прямое подключение к источнику. То есть у нас идет от каждого входа своя кнопка на выбор через реле и, соответственно, усиливание сигнала. Значит, аппарат может управляться с пульта дистанционного управления, а вот этот маленький разъем, который обозначен буквами MP, предназначен для подключения любого портативного плеера по аналогу. Есть и выход на наушники. Понятное дело, что если вы большой фанат наушников, лучше приобрести фирменный же усилитель наушников. Но когда, так сказать, вопрос стоит денег или наушники не приоритетны, можно спокойно воспользоваться тем, что есть. На задней панели аппарата все тоже очень-очень-очень прекрасно. Два ряда позолоченных разъемов. При этом разъемы есть для практически, для любых источников стерео, которые сейчас могут использоваться. Два выхода линейных. А также очень интересная вот эта группа разъемов, которые обозначены pre-out и main-in. Перемычками закрыта одна пара входов-выходов. То есть вы здесь можете спокойно подключить предварительный усилитель, или эквалайзер, или процессор, или что-либо еще. Если же вы хотите нарастить систему, вы можете сделать B-amping, 3-amping, просто подключив дополнительные усилители мощности на выходы pre-out 1, pre-out 2 и заставив сам усилитель C356 усиливать какую-либо часть вашей акустической системы. Кстати, об акустических системах. Сюда мы можем подключить две пары акустической системы, как мы видим, с помощью хороших высококачественных винтовых зажимов. Сетевой кабель съемный. На задней панели рядом с ним и присутствует и электромеханический выключатель. Но есть еще два совсем необычных для классических интегральных стереоусилителей момента. Первое – это порт RS-232, который используется для управления усилителем с помощью системы Multiroom. А второе – так называемый MDC-дизайн. Это означает то, что в этот усилитель можно встроить опционально блок цифроаналогового преобразователя. Он ставится вот именно в это гнездо, как правило, все же на заводе. Поэтому вы можете заказать версию 356 как в классическом исполнении, так и в исполнении с цифроаналоговым образователем. Соответственно, вы сможете сделать интегральный усилитель центром вашей аналоговой цифровой стереосистемы. Этот прекрасный стереоусилитель вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.